Мероприятие, которое проводит сегодня Хадиджа. Хадиджа, расскажи, пожалуйста, что это такое? Сегодня мероприятие громче. Проводим молодежный парламент при городском собрании города Махачкалы. Вот, мы, депутаты, сегодня собрались в преддверии 8 марта, решили порадовать наших матерей, чьи сыновья погибли на зоне СВО. Сила матерей сегодня у нас в гостях. Вот, сегодня мы провели шикарное мероприятие. Я думаю, всем понравилось. Хорошо. Спасибо, что пришла. Конечно, всегда поддержу. Посмотрите, какая прелестная. Красоту. Городское собрание депутатов. И вот здесь гости, которых пригласили. Такая хорошая, уютная обстановка.